Добрый день, дорогие друзья. Да, у нас сегодня четвертый турнир «Гладиаторы в клетке» Чугуев. Вот. 13-й турнир номерной «Гладиаторы в клетке». И сегодня, раз мы видим два пояса, сегодня мы презентуем наш пояс в разделе «Джуниор», то есть юниорская лига. Сегодня будет за него за первый бой драться Кирилл Тесленко, представитель нашей лиги весовой категории до 77 килограмм. В этом году наша лига вошла в тройку лучших лиг Украины. И мы надеемся, что со следующего сезона будем радовать вас новыми захватывающими поединками, новым форматом нашего турнира, ну и, соответственно, новыми чемпионами. Скажу честно, это не моя заслуга, это инициатива местных ребят. Ко мне обратились как к народному депутату, тем более знают, что я поддерживаю бокс, ММА, бои без правил. Это все очень близко, это единоборство, и многие боксеры участвуют в этих соревнованиях, борцы. Поэтому я с удовольствием откликнулся и помогаю им уже вот не первый год. И это пропаганда спорта, это пропаганда здорового образа жизни, это пропаганда труда, кропотливого и долгого, потому что это лучший, наверное, пример того, что в жизни ничего просто так не дается. А если тренироваться и настойчиво идти к своей цели, то цель обязательно будет достигнута. Поэтому я желаю всем нашим ребятам, и идите в спортзалы, идите, тренируйтесь, работайте над собой, и результат обязательно будет. Безусловно, не все станут олимпийскими чемпионами, но чемпионами и победителями над собой, что самое главное, могут стать все. Мне очень приятно находиться сегодня на этих соревнованиях. Дякую за запрошення Дмитру Олексійовичу Шенцеву, Нікіті Шенцеву, за можливість побути тут, отримати емоції, гарний настрій, поділитися своїми враженнями. Бажаю всім займатися спортом, бути здоровим, підтягнутим, життєрадісним і всього найкращого. На данный момент турнир просто у нас, я считаю, что будет колоссально. У нас будет профессиональные поединки, 13 пар. Мы уже подключили сюда и телевидение. Мы очень старались, мы вкладываем сюда душу. Я, моя команда и, конечно же, наши спонсоры, без которых бы мы это не организовали и не сделали. Огромная благодарность нашим спецгостям, которые приехали и посетили наш турнир. Это Николай Буценко, это Виктор Выхлест. Это Александр Хижняк, Игорь Вовчанчин и Давлет Якшимурадов. Всем спасибо. Очень рад, что пригласили на этот турнир. Организация хорошая, уровень бойцов растет. Приходим в разные клубы, смотрим, уже много людей, не как раньше. Пара человек в зале, а уже десятки человек в зале там тренируются. Так что очень рада, что ММА развивается. Хочу пожелать всем бойцам здоровья, чтобы все без травм занимались спортом. У нас с каждым годом становится все больше и больше зрителей, все больше людей, которые не просто приходят посмотреть, да, а действительно им становится интересен этот спорт. Приходят даже заниматься, да, у нас Витя Евтюшкин открыл зал. Не без участия, конечно, наших друзей, которые помогают развивать спорт. Но я считаю, что когда все люди объединяются вокруг идеи, вокруг спорта, вокруг действительно развития спорта, не просто чтобы... Просто мы столкнулись с такими моментами, да, что кто-то там в своих интересах создает эти клубы, либо в денежных интересах, либо в интересах там, как бы держать возле себя каких-то бойцов, да, то здесь очень приятно работать, дружить с людьми, которые действительно дорожат спортом, пытаются ему всячески помочь, продвигать. Это действительно очень приятно, и всегда хочется принимать тоже в этом участие, потому что молодежь – это наше все, мы должны им помогать.